И я надеюсь, что я как-то своим выступлением подчеркнула сложность и актуальность этой проблемы. И я призываю вас поддержать вашего главу в этой сложной ситуации. Действительно, его нужно поддержать. Вся Россия видела, я думаю, в интернете то, что происходит в Башкортостане. Да? Поэтому наша задача не идти на конфликт, не поддерживать какие-то ситуации, которые вызывают конфликт. А наша задача действительно, как общественная, независимая организация, как органы власти, поддержать глав и продумывать те механизмы, которые бы сплачивали наше многонациональное общество. Спасибо большое за внимание. Спасибо.